В общеобразовательных учреждениях Твери проводится работа по открытию первичных отделений Российского объединения детей и молодежи «Движение первых». В областном центре к нему уже присоединились в средней школе номер 40. Напомним, что Российское движение детей и молодежи образовано по распоряжению президента Владимира Путина в минувшем году. Цель данной структуры – организация досуга, создание возможностей для всестороннего развития и самореализации, а также профориентации детей. Вступить в движение можно с 6 лет. В Тверской школе номер 40 это движение позволит объединить активистов, работающих в рамках 12 направлений – от изучения наук до занятий спортом и охраны природы. В нашей школе действует юноармейский отряд, волонтерство, ГТО, и российское движение сможет объединить все это вместе. Все будут вместе, ребята будут общаться, они будут обмениваться своим опытом и развиваться. Так как рамки возраста расширены, дети из первого класса смогут вступать. Очень много активных детей в начальной школе. И я думаю, это все будет расти, процветать. Мы благодаря этому можем заниматься исследованием истории, ездить на места боевой славы. Я считаю, что все участники нашего отряда с удовольствием воспользуются этой возможностью.